Отдай мои деньги, свинья! Не отдам. Это я не вам. Мистер Холмс, к вам посетитель. Миссис Хадсон, я же вам 100 раз говорил, никаких посетителей в последний день месяца, когда я монетизирую инвестиции. Это из банка. Что же сразу не сказали? Зовите их, я давно их жду. Господи Иисусе, он мертв и больше никогда не сможет заплатить по кредиту. Мистер Холмс, я не по кредиту. Точно? Точно. Поклянитесь. Чего тут клясться? Наш банк никогда не давал вам кредитов. Такая наглая и возмутительная ложь. Я должен всем банкам Лондона. Кроме нашего. У нас есть служебная инструкция не пускать на порог ни вас, ни миссис Хадсон, ни священника и ни в коем случае одноногого хрипатого моряка, отставшего от корабля. А вы мне нравитесь. Не то, что другие банки, которые сперва дают деньги, а потом начинают их конючить. Они вынесли у меня все. Шкаф, ковер, скрипку, Ватсона. У меня к вам деликатное дело. Да. Вчера ночью один известный сыщик проник в мой сад, выкопал и съел только что посаженную картошку. 100 000 фунтов, и вы узнаете его имя. Я и так знаю его имя. Это вы. А, хотите поторговаться? Хорошо, 50 000 и килограмм творога. Вы меня неправильно поняли. Я давний ваш поклонник и хочу вернуть вам вашу лупу. Ну что ж, накиньте еще 2 фунта или беляшек. И я скажу вам, что именно этот инструмент злоумышленник использовал во время еды, чтобы картошка казалась больше. Мистер Холмс, к вам банкир по крайне деликатному делу. Вот это поперло. Пошел бизнес. Миссис Хадсон, заварите-ка нам того странного плоского чая, разложенного по страницам. Мистер Холмс, вчера ночью один злоумышленник проник в мой дом и вырвал из моего гербария 8 страниц. Ну что ж, джентльмены, дело обещает быть интересным.